Смотрите сегодня в «Будильнике». В рубрике «Неизвестно об известном» я, Галина Кузнецова, и Любовь Кобзева расскажем о необычных сувенирах. Галя, а вот ты когда-нибудь пробовала засахаренные фиалки? В рубрике «Марафон приветов» Антон Пальчиков снова выйдет на улицы города, чтобы вы, дорогие телезрители, могли передать привет своим родным и близким. Всем привет. Кому? Всему Липецку. Вкусно, быстро, полезно. Рубрика «Здоровый завтрак» с Катериной Чикиной. Это и не только. Смотрите в «Будильнике».